Всем привет! Сегодня хотелось бы разобрать такую тему, как же все-таки научиться делать взрывные отжимания. Такие отжимания, как куки отжимания, с хлопком за спиной, супермен отжимания, двойной хлопок в таком стиле. На самом деле есть один ключ, с которым можно легко научиться выполнять такие отжимания. Итак, что нам нужно сделать? Все просто, встаем в стойку отжимания, делаем отжимания и в момент, когда следует подняться, нужно отталкивать пол как можно сильнее. И в момент отталкивания наш ключ — это подвести ноги к себе, то есть сделать скользящее движение ногами вперед, как будто вы тянете ногами к себе, и представьте, что вы качаете пресс таким образом. Все это нужно сделать одновременно. Оторвали руки от земли как можно сильно, подвели ноги и делаете то отжимание, которое хотите. Я учился методом пробы и ошибок, но когда понял, в чем вообще суть, смог выработать стратегию. С этим трюком можно выполнять любые отжимания любой сложности. Нужна только постоянная практика. Еще раз, подводим ноги к себе, как будто что-то тянем. Подвели ноги, оторвали руки от земли, со всей силы отталкиваетесь и выполняете отжимания, будь то с хлопком за спиной, куки отжимания и любое другое. Самое главное — научиться подводить ноги, как я уже сказал. Это и есть ключ. Надеюсь, видео было полезно и вы научитесь делать взрывные отжимания. Делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем спасибо за просмотр. Удачи!